Пожалуйста. Ты чего, примерз, да? Ну, как видишь. Ну, ты мелкий даешь. Это за тебя статью. А, ты тренируешь дикцию, чтобы стать рэпером. Понятно. Ага, тренирую. Очень смешно. Девочка, а можете помочь? У меня денег работ нет. Сходите в кафе. Купите два чая, пожалуйста. Хорошо, должен будешь. Подожди, Маш, два. Зачем ему два-то? Один кому я крик, а второй сразу как ветер. Я очень хорош. А у тебя деньги-то есть? На два чая хватит. Настрой, Леха, настрою, гони сотку. Да как ты развел двух девчонок на чай? И злость. Злость, я человек такой, за словом в карман не еду. Да я бы сказала тебе язык просто без костей. Да. Кажется, он опух. Они тебе чай купили. Да, и походу хотят вернуть. Чай? Язык мой на место, повязали, Лёха!